«Когда софиты не слепят глаза, ты точно знаешь, кому излить душу», — говорит актриса Татьяна Коровина. «Когда видишь, что происходит в зрительном зале, попадаешь точно в цель. Но иногда возникает такая реакция, которую совсем не ждешь». И вдруг человек начинает плакать. Ты ему что-то говоришь, а он сидит и плачет. И вытирает слезы. И ты понимаешь, что сейчас можно что-нибудь еще добавить. И как-то немножко поиграть, немножко по-другому. И как-то уже раскрываешься, окрыляешься. Сам доктор Чехов – это не театр в его классическом понимании. Это театр-бар, где актеры и зрители находятся так близко друг к другу, что видно каждый мускул на лице. Он зародился 3 года назад как творческая мастерская, в которой ночами собирались актеры и ставили спектакли на свой вкус. Все началось с большого желания быть востребованными и развиваться, с созидательной энергией инь. Со временем подтянулись и другие сподвижники. Ну, так случилось просто, что вот, ну, как такую красоту прятать? Ну, один сделали спектакль с этой красотой, ну, второй спектакль сделали с этой красотой. С мужчинами в театре вообще проблема. Ну, как бы проблема, да, говорят, да уж вот хоть бы как бы кого-то. Вот, нет, у нас мужчины есть. Пока в репертуаре театра только 4 спектакля на выпуске, 5-й «Танго Кристи». Именно с ним осенью театр отправится на фестиваль Юджина Анила в Бостон. В Самаре официальное открытие театра пройдет 23 мая. Марианна Мирная, Григорий Плешаков. События.